89 лет. Именно столько могло бы исполниться секс-символу 20 века Мэрилин Монро. Несмотря на то, что со дня ее трагической смерти прошло уже 53 года, Норма Джин Бейкер до сих пор считается одной из самых талантливых и красивых актрис всех времен. И, кстати, именно она, согласно свеженькому опросу тысяч женщин, обладательница самых запоминающихся ног в истории. В эти дни все светлые головы отмечают придуманный американскими феминистками День блондинок. Этот праздник должен был донести до общества, что светлые девушки далеко не глупые создания. Я в себя, если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то. Но все равно я иду за победой. Это же, кстати, доказывает и блондинка в законе Риз Уизерспун, вернее, ее героиня, умнейший блондинистый адвокат. Это так круто! Кстати, по прогнозам ученых, в недалеком будущем белокурые девушки совсем исчезнут. Цвет волос будет темнеть, и светлых оттенков в природе уже не будет. Но хоть пергидрольные останутся. Слава тебе, Господи! Диана Юзбекова, про новости.